беременность это вообще самый лучший тренинг для женщины. Вот. С природой заложено лучшее познание, которое может быть случиться. Представляешь, что ну, в тебе зарождается жизнь. Ты ее матерь этой жизни, как матушка-земля, да. Когда-то там я приехал, помню, на родину к себе, где я родился. Божье озеро на берегу стоял, окунулся, значит, в прорубь холодную, вышел на лед, стою. И понимаю, что мама ходила здесь, дышала этим воздухом, ела там продукты, овощи, выращенные на этой земле. Я, по сути, за земли состою. Мама меня выходила, выносила, но состою из этой земли. И у меня такая благодарность стала разливаться, и как затрещал лед вокруг. Огромный тест только прошел. И вот, когда беременность случается, у мужчины это провокация осознать вообще, какой в нем потенциал. Вот, если представить, что ребенок, даже не представить, а осознать, что ребенок — это любовь в чистом виде, любовь Бога, то мужчина, он носит в себе потенциал любви Бога. А женщина достойна этой любви, ее передают. Мужчина передает семя, да, заложенное вот в природе его. И она творит такой результат. Да, она сотворяет, вот, оберегает, да, взращивает, напитывает, вскармливает. И когда мужчина соприкасается в родах, принимает роды, он видит, как ребенок делает первый звук, как рождается вселенная вообще новая. Это целая вселенная. И это прецедент осознать вообще. О, какой у меня потенциал. Это что сейчас произошло? И это произошло как? Я один не мог это сотворить. Вот во взаимодействии мужской и женской энергии зарождается подобие вселенных. Целые вселенные. И мужчина начинает понимать, осознавать. Это ж я сейчас, я же не ту энергию не всегда направляю на рождение новой жизни, но она у меня, во мне есть. И если я научусь ее проявлять через сердце, через руки, которые от сердца растут, в деле своем, в делании, то у меня будет такое дело, которое стремится к ценности ребенка. Но оно может быть таковым только когда оно во взаимодействии, в отношениях с женщиной происходит. То есть один мужчина может сделать компанию, но она не будет достойной вселенной. Это будет форма, не наполненная любовью. А вот только когда мужчина в паре женщины образует семью, и когда в пределах семьи у него рождается дело, вдохновленное рождением сына или дочери, вот тогда это великое дело по-настоящему. Но женщина имеет прямое отношение к этому. Иначе не получится великого дела. Получится большое дело, но не великое. Не наполненное любовью. Поэтому, когда женщина беременна, это лучшее время, чтобы в себе раскрывать это осознание, понимание, кто такая женщина и кто такой мужчина.